для меня делится кино и не кино. Не бывает не настоящего кино. Если не настоящее кино, это уже не кино. Кино – это то, где некое эмоциональное приключение. И если я не участвую в этом, это для меня, ну, не кино, это там функциональный рассказ истории. Там, ну, иногда и по телевизору можно увидеть кино. Можно увидеть один кинокадр в... Ну, в общем, это такая, это химия, сложно сказать.